Щелочки мои, всем привет, с вами как всегда я, Никита, и сегодня мы трейдим с вами мега-неонового Вольпертингера, поехали! Итак, для начала я вам покажу, как же он выглядит. Выглядит он вот таким вот образом, вот такая вот милашенька, вот такая вот, ой, какая милашенькая. В темноте светится шикарно. На самом деле, это мой самый нелюбимый, наверное, питомчик из этого обновления, потому что, ну, он какой-то криповый. На самом деле, Вольпертингер это такое мифическое существо, есть оно в разных странах. Я надеюсь, мы сейчас не вылетим с вами. Пожалуйста, нет, не вылетели. Короче, я не знаю, я вот сколько я не снимаю, я все пытаюсь починить свой Roblox, свой дорогой Roblox. Почему-то он у меня вылетает с ошибкой 277. Я не знаю, как это чинить, я не знаю, что с этим делать. Так, нам прилетает первое предложение. А списочек, кстати, у нас сегодня будет просто бомбический. Списочек у нас сегодня будет вот такой огромный, вот такой огромный. И, кстати, ну, давайте я вам сразу, короче, его зачитаю. Он реально нереально огромный. И, скорее всего, наши списочки теперь будут всегда такие огромные. Короче, поехали. Записываем. Итак, поехали. Значит, мега-неоновый флорайт Вольпертингер. На что его можно поменять? Либо мега-неоновый граунд-слот. Это у нас этот старый ленивец, древний. Либо мега-неоновый тигр камоновский. Поняли, да, про кого я? Про доисторическое это животное. Потом либо черепашка, либо коляска. Та-та, нифига себе, коляска в виде сердечка. Потом неоновая той-манки, неоновая бизнес-манки, либо неоновый, ну это все либо, это все через запятую. Либо неоновый гост-бани, либо мега-неоновый дельфин, либо мега-неоновый краб, либо мега-неоновая ред-панда, либо мега-неоновый динго, либо мега-неоновый стегозавр, либо мега-неоновый трицератопс, либо мега-неоновый глиптодон, либо неоновый полар-бир, либо неоновая кукарекушенька, либо неоновый, как он называется, собака с тремя башками, цербер, либо неоновый рободог, либо неоновый дракон, либо неоновый грифон, либо неоновый кицуни, либо альбина манки. Вот такой вот списочек, нифига себе! Все розовые блокноты разом закончились. Итак, нет, это маленький трейдик. Смотрим дальше, что нам еще могут предложить. Давайте я вам поближе чуть-чуть покажу, как он выглядит на самом деле. Вот так вот, вот. Он очень интересный, но это далеко не мой самый любимый питомец в этой обнове. Но потрейдить нам его с вами надо обязательно. Я даже очень за и готов сегодня затрейдиться. Прямо очень за и готов. Ну что, поехали, начинаем, наверное, писатик в чатик с вами. Трейдинг мега Вольпертингер, поехали. Угу. Пишем в чатик. Трейдинг мега Вольпертингер. Смотрим, что сейчас будут предлагать. Прилетает нам предложение от 1314 Васай. Давайте посмотрим, что сейчас может предложить. Ну, по-моему, это вот девочка вот на этом вот... забыл, как он называется. Да, вот на Аксолотле. Флорайт, Аксолотль, Флорайт, это очень мало. Это очень мало. Ну, вы сами понимаете прекрасно, да, то, что те, кто на премьере, тем более, вы в чатик сейчас, конечно, заспамите. То, что не-не-не, это мало. Да я сам понимаю, что это мало. Нет, не хочу такой трейдик. Смотрим дальше, что еще могут предложить. И, конечно же, спамим в чатик с вами. Трейдинг мега Вольпертингер. Многие спрашивают, что такое спам в чатик, значит писать постоянно в чат. Чат есть абсолютно у всех, если только у вас нет ограничения, что вы ребенок, что вам 5 лет. Такое ограничение можно поставить в настройках Роблокса, и если у вас нет этого ограничения, значит... О, господи, я испугался. Если у вас нет этого ограничения, значит вы можете писать в чатик. В чатик можно писать сколько угодно, вас Роблокс, я насколько понял, не банит. Если только вы пишете маты туда и всякие нецензурную брань, если вы пишете в чат, на вас кидают страйки, и тогда уже ваш Роблокс аккаунт банят полностью, но сам Adopt.me вас не банит за то, что вы постоянно спамите. Итак, где мои предложенницы? Где мои предложенницы? Что? Подождите, что? Господи, я перепутал. Я думал, это Cloud Rattle. Посмотрите, это очень похоже на Cloud Rattle, но это не Cloud Rattle. Подожди, не убегай. Нет, это не Cloud Rattle. Cloud Rattle, если кто-то не в курсе, это самая дорогая вещь, мне кажется, в Adopt.me, да. Это самая-самая дорогая вещь в Adopt.me. Это такая покремушка в виде облачка.
видеооблачко. Погремушечка видеооблачко, и вот она стоит, ну, я не знаю, 9 меганеоновых шадоу, 10, 15 меганеоновых шадоу. Это самая дорогая вещь. Я не знаю, когда-либо мы вообще с вами ее затрейдим или нет. Я попросил свою очень хорошую подругу, которая очень разбирается, короче, в трейдах, я попросил ее найти Cloud Rattle, и она нашла Cloud Rattle. Этих Cloud Rattle всего 20 или 23 штуки на весь Adobe. И вот этот, за этот Cloud Rattle с нее просили мега шадоу, мега жирафа и мега еще что-то. И это, конечно, дикая цена за игрушку, но эта игрушка самая дорогая. Самая-самая дорогая вообще в Adobe. Самая дорогая игрушка. Cloud Rattle. Их всего 20 штук или 23 штуки на весь Adobe. Где мои предложения на моего меганеонового вулпертингера? Это тот же самый, честно говоря, это тот же самый Stingray абсолютно. То есть это комонка, за нее мало, наверное, кто что хочет предложить, потому что, ну, она есть у всех абсолютно. Ну, вот меганеоновые вряд ли есть у кого-то. Возможно, у вас есть меганеоновые, потому что ее прокачать до меганеона за это время с начала обновления можно было абсолютно элементарно. Уже, я думаю, у кого-то из вас 100% есть меганеоновый вулпертингер. Если у вас есть, обязательно пишите в чатик, посмотрим, сколько вас таких, у кого есть меганеоновый вулпертингер. Вы гляньте, а? Нет предложений-то. Ну, вообще нету, действительно, нету предложений. Нифига себе. Вот это неожиданно. Здесь, наверное, слишком офигительный трейдерский сервер, поэтому нам здесь ничего не предлагают с вами. Ну, давайте на райд. Давайте на райд и сделаем ему какой-нибудь трюк. Трюки все выучены. Не знаю, хотите вы смотреть, как он трюки делает или нет. Я думаю, многие уже тоже обучили его. Ну, вот так он у нас сидит. Вот так вот он у нас сидит, как обычный зайка. Вы видели, кстати, как нам обновили настройки? Я в этом писал, в сообществе в нашем. Как обновили настройки? Ничего так. У меня вот есть штука дополнительный. А, кстати, давайте включим наш элитный никнейм золотой. Сейчас к нам все побегут с предложениями, я думаю. Я надеюсь на это, по крайней мере. Ну-ка вот сюда в центр встанем, чтобы побольше людей заметило нас. Сейчас. Oh my god, white. It is star. Oh my god, white. Никита, это ты? Это же стар. Oh my god. RNA influencer, please give me your pet, please. OMG, Никита. Предложение кидайте мне, пожалуйста, дорогие мои. Я... Вот, кстати, трейдики отправляются, значит, трейдики не лагают. Давайте посмотрим, что мне сейчас могут предложить. Dreamy X Adam. Dreamy X Adam предлагает мне неоновую пчелу. Ну, по списку-то это вообще, конечно, нет. Так, Диана Нючус у нас есть. Есть неоновая Фрог. Есть Финек Фокс неоновый. Ну, нет, это все такое. Не хочу. Смотрим дальше. Что еще могут предложить? Кидайте трейды. Большинство сейчас трейдов, конечно, будет типа: вот тебе на, а ты мне давай предлагай. Ты мне давай предлагай мне что-то. Мне все равно, что ты сидишь на меганеоновом вулпертингере, но ты давай мне предлагай. Нет. Сегодня только вулпертингер. Ничего не хочу. Не хочу смотреть ваше предложение, на что вы хотите затрейдить. Я хочу посмотреть, что мне сегодня за вулпертингера дадут. Так, меганеоновый Финек Фокс. Не. По списку не сходится. Хотя, смотрите, вообще, на секундочку, здесь у нас Финек Фокс ФР, здесь у нас Виверна ФР, и здесь у нас Юникорн Р. Вообще нормас. Может, сейчас что-нибудь добавит? Что-то можешь мне добавить, дружище. Что-то он убрал, что-то он ищет в своем инвентаре. Опа! Слушайте! Это алдишка вообще нормальный. Это вообще нормас алдишка. И тем более без флайрайда. Рхино. Блин. Давайте посмотрим, что еще предлагают. Но Рхино — это пушка. Мне кажется, это нормас. Смотрим, что еще предлагает. Вильям 100-624 предлагает мне трейдик. Смотрим, что мне сейчас могут предложить. Вильям, давай. Вильям, предложи мне что-нибудь хорошенькое. Райт зомби буффало. Мало. У меня даже в списке его нет. Нет. Так, вот это мне нужен меганеоновый. Меганеоновый. Хотя он здесь райт и зомби буффало. Райт. Ребятки, нет. Нет, это мало. Смотрим дальше. Элзипо 123 предлагает мне трейдик. Смотрим, что он мне сейчас может предложить за моего меганеонового вулпертингера флайрайта.
так сказать, LZ по 123. Давай. Мегнеоновый док? Нет. Мегнеоновый док? Это очень мало. Нет. Нет. Не-не. Это какой док? Да ну нет. До свидания. Не-не-не. Напоминаю список. Или нет, давайте попозже немного напомню. Он такой у нас огромный. Он такой огромный у нас список. Это очень хорошо. Это значит то, что больше вариантов того, на что мы действительно можем затрейдиться. Здесь не 2-3 питомчика, а целых сколько? 24 пета я вам предлагаю. 24 пета, на которых можно затрейдиться. Камон. Шарк. Мало. Феникс. Так, подождите. Феникс. Райт. Феникс. Райт. Да. Ребята, да. Я думаю, да. Почему бы нет? Феникс. Райт. Да это нормас. Мне кажется, это нормас вообще. Блин. Я, наверное, соглашусь. Или нет? Нет, наверное, не соглашусь. Наверное, не соглашусь. Две леги предлагает. Шарк, которая олд у нас уже. И Райт Феникс. Блин, это нормас, мне кажется. Кто на премьерке сейчас? Пишите в чатик, соглашаться или нет. Я каждую премьеру смотрю, слежу за чатом, поэтому, когда вы пишете этот комментарий сейчас, я смотрю именно на ваш комментарий. Итак, дорогие друзья, нет, я, наверное, не соглашусь. Смотрим дальше. Там русский чувак, Crash Bandicoot, пчеловод Гы. Crash Bandicoot, привет. Так, Blue and Reppe предлагает мне трейдик. Смотрим, что он мне сейчас может предложить. Так, RoboDog. Ну, что-то как-то мало. Две шарки, одна райд. Теоретически, понимаете, у меня в списке есть неоновый RoboDog и неоновый дракон, и неоновый там Китсуни, и неоновый Грифон. По сути, это и есть неонка. Это 4 леги. Это типа вроде как нормас. Но я хочу еще посмотреть, что мне еще могут предложить. Мне кажется, могут предложить побольше еще. Давайте посмотрим. Но это в целом, мне кажется, норм. Из этого легу, ну как бы тут 4 леги, это неон, грубо говоря. Понятное дело, то, что мы не можем легендарок сделать с вами неона. Ну, еще яичко, нет. Но теоретически эта стоимость-то примерно такая же. Так, все залагало. Нет, не вылетело, слава богу. У меня, короче, вылетает постоянно. Вот как только что-то начинает подергиваться, все, значит, это вылет. И ошибка 277. Ну, что вы все разбежались-то, а? Давайте предлагайте. Мам! Мегнеоновый баттерфляй пролетит. Ля какая. Мегнеоновый баттерфляй. Ля. Я сейчас вот так покружу немножко, чтобы побольше людей заметило золотой ник. Так, принцесса Ника 12340 предлагает мне трейдик. Смотрим, что мне сейчас могут предложить. Флайрайт Бивер, неоновый Финек Фокс, Сноумен, Би, Леди Баг, Пингвин, Тукан и Сасквач. И, короче, это кашется. Вот тот список, который я вам сказал, это один питомец. Это 16 питомцев, на которых можно затрейдиться. То есть это, если вам одного питомчика предлагают, вы на это можете согласиться. Но неонового Финека Фокса у меня нету, по-моему. Нету у меня неонового Финека Фокса. Нет, нет. Не хочу. Смотрим дальше. Виолет 457 IU предлагает трейдик. Смотрим, что сейчас может предложить Виолеточка. Так, да. Да. Да! Погодите, а Оттер у нас сейчас выпадает или нет? Вот что-то я забыл. Оттер. Ё-моё, ребята, а Оттер у нас сейчас выпадает или нет? Сейчас я гляну быстро. Да, он у нас выпадает прямо сейчас. Слушайте, ну у меня нет мегнеонового Оттера. У меня нет ни одного... Нет, у меня есть какие-то Оттеры, но мегнеонового точно нет. Нет, у меня есть 3 неоновых. Мегнеонового Оттера у меня нет. Ну и ладно, ну отказалась. Ну и ладно, ничего страшного. Но это, по сути, это то на то и выходило бы. Здесь я в плюс, наверное, бы не вышел. Но там у нее была еще Red Squirrel, Райт. В целом был бы плюс. Так, Royal Evan предлагает мне трейдик. Смотрим, что мне сейчас могут предложить. Royal Evan. Мегнеоновый. Так, неоновая Райт. Так. Сверяемся со списком. Не хочу. Да, здесь 2 Райда. Но не хочу. Смотрим дальше. Crash Bandicoot 2091. Смотрим, что мне сейчас может предложить. Это чувак, который писал русскими буквами в чат. Crash Bandicoot. Ну давай, предложи мне что-то. Ну давай. Алло. Он мне хочет что-то бесплатно дать. Давайте посмотрим, что он мне хочет дать бесплатно. Fly Zelle, ты что, с ума сошел? Я не могу такое принять. Нет. А давайте посмотрим, будет тупой трейд-чек или нет. Будет тупой трейд-чек или нет сейчас, а? Ох, он думает, сейчас, наверное, сидит с телефоном, думает. А он говорил, что ни от кого ничего не принимает. А у меня сейчас возьмет Fly Zelle. А я не возьму Fly Zelle. Он ставит галку. Не, чувак, сорян, я не могу такое принять. Нет, спасибо большое. Я отказываюсь от твоего подарка. Спасибо большое. Спасибо. Лучший ваш подарок, никаких Fly Zelle не надо. Лучший ваш подарок, это сейчас поставить лайкусик. Вот и
все. Те, кто поставил, спасибо вам огромное. Итак, дорогие друзья, ждем еще предложений. Так, новый человечек предлагает мне трейдик. Давайте посмотрим, что он мне сейчас может предложить. Так. Снежная сова. 4 леги. В списке нет у меня снежной совы. Да я согласен, чего? Я согласен, чувак. Я на это согласен. Он ставит галку? Он ставит галку. Подождите, он убрал галку. Что-то поменять хочешь? Ну давай, я соглашусь. Так, что он убрал? Одного аксолотля и обратно поставил. Это не тупой трейд-чек, но он отказался. Блин, обидно. Обидно и грустно. Неоновая флайрайт пчелка. Не хочу. Мало. Миркот. Ребята, миркот. Я бы за миркота отдал, честно говоря. Миркот — это норм. Тем более без флайрайда миркот. Арктик Фокс. Арктик Фокс у нас тоже уже, по-моему, не выпадает. Так, тасманский тигр. Ну, тасманский тигр мне нужен. Слушайте, он что-то, он как будто подглядывает в мой список. Только выдает мне по одному питомца, а не мега-неоновых или неоновых. Еще подождем, посмотрим. Мне кажется, это не очень. Нет. Simply Coco предлагает мне трейдик. Смотрим, что она сейчас может предложить. Так, неоновая шарк. Ребята, неоновая шарк. Была бы с флайрайдом, я бы отдал. Вот была бы с флайрайдом, я бы отдал вообще без проблем. Лили 23 предлагает трейдик. Смотрим. Райд Поушен. А? Что? Какой Райд Поушен? У меня флайрайд. Мега неоновый Вулпертингер. Ты хочешь, чтобы я тебе сейчас отдал просто так, даром, мега неонового флай Вулпертингера? Нет. Новый трейдик прилетает. Смотрим. Амигим. Мега неоновая. Слушайте. Ну, как бы, наверное, да. Потому что это манки. По списку такой манки нет, да в целом это норм. Это рарка, а это комонка, тем более, которая сейчас есть. Давайте, наверное, поменяемся. А чё бы нет? Это качать даже в 3 раза дольше, чем это. Правда, потом, куда я ее солью, да? Куда я ее солью? У нас боксы-то сколько с манки стоили? Наверное, баксов 500, а здесь это яичко за 750. Блин, ну это рарка, а это комонка. Соглашаться нет? Может, что-то добавишь? Не, одного Вулпертингера. Нет! Смотрим дальше. Слушайте, вот девочка бегает с фламинго. Она не хочет мега-неонового за фламинго, а? Фламинго-то норм. Я бы отдал, честно говоря. Давайте посмотрим, что она хочет за него. За фламинго. Фламинго, флайра. Я отдаю, ребята. Я отдаю! Кому отдаю? Фиг его знает. Simply Coco опять предлагает мне трейдик. Так, все залагало. Нормально. Simply Coco, что ты можешь мне предложить? Этот человечек 100% уже был. 100% уже он был. А, цыпленок рюкзак, нет. Не, ты что, угораешь? Джефф. Не хочу. Ой, подождите, уа-уа, так пишут только пчелочки. Так пишут, Аселька, это пчелка, что ли? Аселька, ты пчела, что ли? Я не понял сейчас. А? Уа-уа, пишут только пчелки. Это пчела! Здрасте! Лол. И видишь, я тут трейдюсь. О, еще один. Здрасте. И еще один. Здрасте. 3 пчелы на сервере. Ничего себе. Слушайте, а у нас давно появились звуки прыжка? Почему ты не принял мою флайзельку? Да потому что ничего я от подписчиков никогда не принимал и не принимаю вообще. Никогда ничего. Потому что если вдруг я скажу в видео, что я вот типа принимаю, да, что-то там, давайте мне дарите подарки или еще что-то, найдется миллион людей, которые сделают такой же скин, как у меня, и будут вас обманывать. Поэтому я этого никогда не делал и не буду делать. Я ничего ни от кого никогда не принимаю. Запомните это и ничего не давайте чувакам под моим скином. Так, ну народ, давайте предлагать. Я очень хочу слить его. Я прям действительно очень сильно хочу его слить. Но не просто слить, а слить как-нибудь выгодно, понимаете? Донатерам, конечно, это не объяснишь, но я очень хочу его слить. Ой, как все залагало. Все на одном месте двигаются. Да ну! Да, ребята! Зафиксировали! Вот это ошибка! Вот она! 277! Вот это ошибка! Please check your internet connection. Да у меня нормально все с интернетом. Это просто, если я захожу на европейские сервера, начинается вот такая фигня. Я не знаю, как с этим бороться. Вообще без понятия. Заходим на следующий сервер. Так, дорогие друзья, мы с вами зашли на следующий сервер. Давайте посмотрим, что здесь мне могут предложить, если вообще что-то будут предлагать. И очень надеемся, что мы не вылетим в очередной раз с ошибкой 277. Так, предлагаю трейдик, смотрим. Смотрим, что сейчас могут предложить. Она битриз фофис. Так, ну пока что такое. Нет, смотрим дальше. Новое предложение прилетает, смотрим, что же сейчас могут предложить мне. Ханах.
яичко, да, за яичко я отдаю. За яичко я отдаю, чувак. Мне пофиг, что его нет в списке. Christmas egg я отдаю. За Christmas egg я отдаю вообще без проблем. Главное, чтобы это сейчас был не тупой тречик. Так, я готов, давай. Тупой тречик, какого фига? Отклонила она, ага. Так, аксолотль, додоха. Не хочу. Смотрим дальше. Что-то я вот не обратил внимания. Чаем облился, что такое? Да не хочу я, нет, не хочу, до свидания. Миркот опять нам второй раз предлагает с вами миркота. Неоновая... Неоновая бабочка. Нет, не хочу, смотрим дальше. Не хочу, смотрим дальше. Сложно его трейдить, вот что я хочу сказать. Сложно его трейдить, потому что он мало кому нужен. Это то же самое, что реально оттера трейдить. Это такой самый низ питомцев. Очень сложные трейды. Правда, очень сложные трейды. Можно было бы, наверное, на что-то согласиться, что у нас там были хорошенькие, да, какие-то хорошенькие какие-то трейдики были. Но я посчитал, что это мало. Что ты от меня хочешь, Юр Верифет? Что ты? Как получить золотой ник? Я не знаю. Мне просто дали золотой ник и все. Я не знаю, как его получить. Так, наконец-таки нам прилетает новое предложение. Кенгуруха, да. Я отдаю за кенгуруху. Вообще, да, я отдаю. Блоки бакон дуды. Давай, согласен, нет? Так, и я готов. Смотрим сейчас, согласится он или нет. Это будет хороший трейд, правда. Это будет очень хороший трейд, если я сейчас затрейжусь. Это будет очень хорошо. Пока что он ничего не пишет в чатик, это меня радует. Да ну пошел! Тупой трейдчик! Какого фига? Он даже не отклонил, он просто вышел из телефона. Вышел из телефона. Вы представляете? Негодяй какой. Нет, может быть, конечно, это не тупой трейд-чек, да? Возможно, это не тупой трейд-чек. Возможно, правда, у него разрядился телефон, он вылетел. Но это случай 1% из 100. 1% из 100. Ой, давайте. Сейчас будет тупой трейд-чек 100%. Но это, как бы вы понимаете, да? Понимаете, это 100% тупой трейд-чек. Сейчас будем кричать. Многие любят, когда я кричу тупой трейд-чек, поэтому я буду кричать тупой трейд-чек. Так. Я ставлю галочку. Давай! И давай. Отклоняй. Давай, отклоняй. Тупой трейдчик! Здравствуйте, до свидания. Моментально. Здравствуйте, до свидания. О, вот это трейд, наконец-то. Аландск 123 предлагает мне мега-ягненка за мега-вулпертингера. Это вообще норм. Согласится он или нет? А, до свидания. О, опять хороший трейдик, слушайте. Хороший трейдик. Мне вот это нравится. Мне нравится здесь лама, феникс, кицуня. И что это за тупой трейд-чек был, а? Тупой трейд-чек, до свидания. Так, я вот на это согласен. Вот на это я согласен, да. Да. Да, вообще согласен, прям как по списку. Да, слушайте, мне кажется, он, короче, это, угорает. Так, галочка есть. Это очень хороший трейд. Если он сейчас согласится, это будет очень хороший трейд. В чатик пока не пишет, это очень хорошо. Значит, то, что он не хочет, чтобы я что-то там добавлял или еще что-то. Пока что не пишет в чатик, это хорошо. Давайте, да, я согласен. Мото Роникс, давай. Пожалуйста, давай. Камон. Тупой трейд-чек. Он просто опять вышел из телефона. Что это за бред? Ребята, короче, это дичайше сложные трейды, потому что он нафиг никому не нужен. Если он вам нужен, пишите в комментах, что вы хотите за него предложить. Я вполне возможно с вами соглашусь и отдам вам этого питомчика, потому что своим отдать как бы не впадлу. Впадлу отдавать американцам за какую-то фигню. Своим за фигню можно отдать, поэтому пишите, что вы готовы за него предложить. А на этом сегодня все. Спасибо огромное за просмотр, за списочек. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в следующем видео. Всем удачи и всем пока-пока.